Мюрал арт или настенная живопись уже давно популярен в Европе и крупных городах России. И вот теперь огромное полотно на торце здания появилось в микрорайоне Бахчеванджи города Щелково. На стене дома номер 49 художники изобразили человека, в честь которого и названа единственная улица микрорайона – героя Советского Союза, летчика-космонавта Павла Ивановича Беляева. Авторы работы поставили перед собой цель в лицах показать тех, кто сделал многое для Щелковского района. По их мнению, такой проект позволит не только украсить городской ландшафт, но и поможет заинтересовать в истории родного края молодежь, таких же ребят, как и сами художники. Задумка удалась, но, как оказалось, по душе проект пришелся не только юным жителям. У нас хорошая молодежь, которая хочет своим творчеством, своим трудом украсить то место, где мы с вами проживаем. Поэтому я хочу им сказать огромное спасибо, потому что не каждому дано. Но мы постараемся все-таки создавать условия. Над воплощением идеи работали ребята из творческого объединения «Стяг», который уже несколько лет существует на базе молодежного центра «Навигатор». За плечами у художников уже много проектов, которые сейчас украшают Щелково. И вот теперь пришло время попробовать себя в новом. Получилось, по мнению создателей, очень достойно. Хотелось сделать и город более красочным. То, что уже давно и в Европе, и в Москве, уже в тренде давно, наконец-то докатывается и до нас. И людям показать уже правильные стороны, так сказать, искусство граффити или, как современно говорят, мурализм. Как оказалось, эта работа в микрорайоне Бахчеванджи не будет единственной. Районные власти планируют предоставить ребятам из объединения «Стяг» стены других домов по улице Беляева. Материалы для художников закупят спонсоры, а вот что именно будет изображено на новых работах, решат сами жители. Мы продолжим эту историю в лицах. Мы объявим среди жителей поселка Бахчеванджи и проведем анкетирование на предмет того, кого бы они хотели увидеть на будущих зданиях жилых домов. И хотелось бы, чтобы это была на самом деле нескончаемая история. Таким образом, скоро микрорайон сможет преобразиться до неузнаваемости. Но самое главное, что теперь все проезжающие мимо Бахчеванджи на машине или электричке будут знать, жителям Щелковского района есть кем гордиться. Мария Смирнова, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».